Начнем с происшествия. Серьезное ДТП случилось сегодня утром на Саватейском тракте, на выезде из Ангарска. Водитель автомобиля Nissan Ade не справился с управлением и снес световую опору. Машина вылетела с трассы. По предварительной информации ГИБДД, мужчина уснул за рулем. В состоянии шока водителю удалось самостоятельно покинуть автомобиль и вызвать скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами. Других пострадавших в аварии нет. Еще одно ДТП произошло накануне вечером. На улице Горького на остановке 95-й квартал была сбита женщина. Установлено, что пострадавшая переходила дорогу по пешеходному переходу. При составлении административного материала у сотрудников возникло подозрение, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Однако водитель от прохождения медицинского свидетельствования отказался. Он помещен в спецприемник, автомашина также помещена на охраняемую спецплощадку ГИБДД. В отношении данного водителя проводится административное расследование. Пострадавшая находится в больнице скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии.